письма до востребования в Забайкальском лесу обнаружили свалку из писем, которую выбросил почтальон. Почтовый схрон – это письма, бумаги и документы обнаружили грибники. Забайкальцы в шоке, это понятно, ведь многие ждали важных сообщений. Люди потребовали к ответу почтальона. Оказалось, что корреспонденцию разносила школьница. Она устроилась на подработку, пока штатные сотрудники были в отпуске. Девятиклассницу уволили, письма доставили адресатам. Ну и на этом громкие увольнения в Почте России не заканчиваются. В Ростове-на-Дону готовится вернуть трудовую книжку грузчику, который швырял посылки. Поводом для расторжения трудовых отношений послужило вот это видео, которое снял местный житель. Согласитесь, судя по неспешным и отработанным движениям, разгрузка в таком режиме происходит точно не в первый раз. Стоит ли говорить, что общественность в бешенстве от увиденного?